Ты сколько бойцов поднял? 27. Наши. Вот ради чего они погибали? Бич, поверь мне, я плачу. Плачу, потому что я понимаю, что они жили не для того, чтобы мы так жили. Что происходит в нашей жизни? Наши бабушки не так жили. Я не пойму в этой жизни ничего. Как так можно жить? Мы готовы. Но мы же все неплохие, мы все работяги. Как так можно жить? Что делает для нас жизнь? Что она делает? Что делает этот ебучий Путин, сука!